Ворк-5 – это лидер по написанию учебных и научных работ на заказ в России. 12 лет на рынке, 15 офисов по всей стране и более 2000 авторов работ. Если у вас горят сроки, Ворк-5 выполнит ваш заказ всего за 2 часа. Просто заходите на сайт по ссылке в описании и заказывайте работу любой сложности и на любую тему. А для подписчиков скидка 20% на любую работу по промокоду Эвелина20. Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Эвелина, и не так давно, серфив по интернету, я наткнулась в паблике со смешными картиночками на достаточно нетипичный для этого паблика пост. На картинке были изображены летающие корабли, и я подумала, что такого смешного в этом фотошопе, что его сюда запостили. Но в комментариях, в форме, которая достаточно свойственна таким пабликам, было ясно изложено то, что это не фотошоп. Это действительно оказался не фотошоп, это реальная фотография, на которой просто изображен классический верхний мираж. Миражи обычно возникают на границе между очень холодным и очень теплым слоями воздуха. Холодный воздух плотнее теплого, из-за этого происходит преломление света, и эта граница между слоями, если говорить очень простым языком, становится чем-то вроде зеркала, и благодаря этому можно видеть объекты, которые находятся очень далеко за горизонтом. Если конкретно эта фотография не была действительно фотошопом, то на ней мы видим реально существующие корабли, которые просто находятся на большом расстоянии. Верхние миражи образуются над уровнем горизонта, когда температура воздуха повышается с увеличением высоты. Из-за этого они достаточно стабильны, потому что холодный воздух не имеет тенденцию двигаться вверх, а теплый вниз. Эти миражи могут быть как прямыми, так и перевернутыми, в зависимости от расстояния до реального объекта. Думаю, многие из вас слышали легенду о летучем голландце. Его капитан был осужден за богохульство, вечно носиться по морям и океанам, нигде не бросая якорь. Встреча с этим парусником, по убеждению моряков, предвещала кораблекрушение. Многие рассказывали, что они своими собственными глазами видели этот корабль. При этом все рассказы были очень похожи. Летучий голландец внезапно появлялся перед кораблями и плыл прямо на них, не отвечая ни на какие сигналы. И затем столь же внезапно исчезал. Эту легенду породили те самые верхние миражи. Есть еще несколько форм миражей, например, боковой или объемный, но чаще всего нам встречаются нижние миражи. Я думаю, что некоторые из вас даже встречали их. Нижние миражи образуются над очень теплой поверхностью, например, над заасфальтированной дорогой или над песком в пустыне. И из-за того, что лучи солнца отражаются от очень теплого воздуха, мы видим мираж воды. А иногда объекты так сильно искажаются, что уже сложно понять, что это был за предмет изначально. Из-за того, что некоторые миражи могут совмещать в себе элементы различных форм, их уже нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных миражей. Раньше это явление объяснялось тем, что фея Моргана, жившая во времена короля Артура, чья любовь была отвергнута, поселилась на морском дне, и с тех пор она обманывает мореплавателей призрачными видениями. Естественно, никакой феи не существовало, однако это явление все равно назвали именно в ее честь. Фатаморгана, или с итальянского фея Моргана, возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется из-за разности температур несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальное отражение. В результате отражения, а также преломления лучей, реально существующие объекты дают на горизонте, ну или над ним, по нескольку искаженных изображений, часто накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создает такую странную картину. Мне показалась тема миражей интересной, и поэтому я посвятила целое видео. Сейчас большинство людей знает о существовании миражей, и поэтому они психологически устойчивы к ним, но это не всегда спасает. Например, во всем известной Сахаре в год наблюдается больше 160 тысяч миражей, и по ним даже составлена специальная карта, где можно чаще всего увидеть мнимые озера или мнимые пальмовые рощи. Я думаю, что я бы напугалась, если бы увидела в жизни летающие корабли или Фату Моргану, но это не от незнания, а скорее от того, что я просто сама по себе пуглива. Я скажу вам честно, мои познания в миражах до 11 класса заключались в том, что их можно встретить в пустыне. Я рада была делать это видео, это было интересно, и надеюсь, что вам тоже. Меня все еще зовут Эвелина, удачи вам, друзья, и до скорых встреч! Вы мне, наверное, не поверите. И здесь, наверное, достаточно плохо видно. Но мы пришли снимать видос про мираж. И тут мираж на Обском море. Я не могу сильнее приблизить.